Убийство произошло в одной из квартир дома по Карпинского, 118. Среди бела дня на лестничной площадке жильцы обнаружили истекающего кровью молодого мужчину. Узнали в нем мужа своей соседки и позвонили 03. Но медикам спасать уже было некого. Парень скончался от потери крови. По состоянию входной двери, а ломали ее не менее 10 раз, можно судить, какие взаимоотношения были в этом семействе. Соседи рассказывают, что в последнее время молодые супруги жили буквально как кошка с собакой. Очередная ссора закончилась крайне плачевно. Дочь, возможно, отомстила за свою мать. Поводом для кровавой разборки стали крайне непростые отношения между зятем и тещей. Как позже выяснилось, пожилая женщина своего нового родственника не взлюбила. Тот тоже каждое ее слово воспринимал в штыки. За пару дней до убийства парень якобы оскорбил пенсионерку, за что и поплатился, получив удар в причинное место. Обвиняемая нанесла один удар ножом в пах. Ну, от этих травм он скончался, после чего обвиняемая вытащила тело на лестничную клетку, ну и пыталась сбежать с места происшествия. Вследствие она была поймана. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть». Обвиняемая содержится в следственном изоляторе. После ряда судебных экспертиз женщина предстанет перед судом. Елена Иговцева, Михаил Осетров, телевизионная служба новостей.